Некоторые люди не видят в употреблении алкоголя ничего ужасного. Другие считают, что спиртное – это яд, и его нельзя пить ни при каких условиях. Часто вторая позиция свойственна тем, кто столкнулся с алкоголизмом. Победив зависимость, они больше не хотят притрагиваться к бутылке и бокалу. Мы решили узнать, почему некоторые звезды являются убежденными трезвенниками. Лариса Гузеева. Лариса Гузеева пристрастилась к алкоголю в молодости, так она мстила первому мужу-наркоману. Но актрисе удалось осознать свою проблему и побороть тягу. Гузеева закодировалась и много лет не притрагивалась к спиртному даже по праздникам. Стас Пьеха. Для артиста алкоголь был катализатором к употреблению наркотиков. А с зависимостью от веществ Стас Пьеха боролся долго. Из-за отказа от выпивки у певца сократился круг общения. Но зато он научился спокойно просыпаться по утрам и уделять время спорту. Анна Седокова. Для Анны отказ от алкоголя – это путь к свободе. У певицы никогда не было зависимостей, но постепенно она начала понимать, что не может расслабиться вечером без бокала вина. Когда она заставила себя отказаться от спиртного, то с удивлением обнаружила, что именно оно и было причиной хронической усталости. Лера Кудрявцева. Первый брак телеведущей с участником «Ласкового мая» Сергеем Линюком закончился тяжелым разводом. Попытки справиться со стрессом Лера начала выпивать каждый день, но сила воли помогла ей завязать. Вот уже больше 20 лет Кудрявцева не притрагивается к горячительным напиткам. Татьяна Догилева. У Татьяны Догилевой была проблема, она долго и упорно боролась с алкоголизмом, который отнимал у нее силы и здоровье. В середине 2010-х годов актрисе удалось справиться с пагубной привычкой. Сейчас она делает все, чтобы избегать крепких напитков. Сергей Безруков. Сергей Безруков категорично относится к алкоголю. Для него крепкие напитки – это не приятное дополнение к вечеринке или ужину, а причина, по которой люди теряют себя и разрушают семьи. Актер никогда не испытывал тяги ни к курению, ни к выпивке еще и по рабочим причинам. Допинг мешает играть и запоминать текст. Ирина Безрукова. Ирине Безруковой никогда не нравился вкус алкоголя и последствия его употребления. Несвязная речь, слабость, спутанность сознания. К счастью, актрису окружают люди, которые не принуждают ее выпить за компанию, а с уважением относятся к ее решению быть всегда трезвой. Любовь Успенская. А вот у королевы шансона другая причина отказа от спиртного. Любовь Успенская не пьет даже слабоалкогольные напитки, так как сильно печется о своей фигуре. Не просто так же она делала пластические операции, жаль портить результат долгой и дорогой работы хирургов. Расслабиться ей помогают другие вещи, например, йога или медитация.